Если у вас на приборе загорелась буковка L, это говорит о том, что нужно заменить фильтр. Как мы меняем фильтр? Вот здесь сверху две вот такие кнопочки. Нажимаем их. Открыли. Вот он сам фильтр. Открываем его, вытаскиваем. Смотрим, в каком он ужасном состоянии. Вот эту всю пыль фильтр задерживает. Сюда подведи. Сейчас мы вот это вот дело запылесосим. Старый фильтр просто из рамки вынимаем. Вынули, достаем новый фильтр, вставляем в рамочку. И обратно вставляем в прибор. Все, фильтр мы поменяли. Значок скоро пропадет.